Йо. А? Раз, два, три. А? Раз, два, три. Раз, два, три. Один, два, три. Я один, два, три. Йо. Дрели нас, дрели нас, дрели нас. Дрели, дрели, дрели нас. Все в порядке, если есть дрель. Йо. Один, два, три. Йо. Один, два, три. Йо. Один, два, три, дыхание затаи, подземные толчки, слышишь, это мы. Эй, ты ждал удара, так лови, уже дрожат стены твоей квартиры. Ладно, хватит психолиры, начало жизненной палитры. Два косяка, надо ведь раскуриться, да? Точно два, взрывает братва, хотя буду проще, ты и я. Так, к изобретению перейдем поближе, лечить надо чуток пониже уголька. Бля, с ней-то нет, чё за дела, это все та злая анаша. Помнишь, у того кента приходил, который часа, наверное, в два. В общем, не важно, курил я уже сегодня однозначно, точно. Так вот, я. Косяк залечен, веселый дым нам обеспечен. Хороший будет вечер, но он не вечен. Изобретение с бутылкой, золотинкой и иголкой. Тут надо курить толпой, больше толка. Конструкция такая, бутылка, в ней дырка. На ней фольга, а в ней трава. Такова эта система, проста как дважды два. Принимаешь, держишь и радуется душа. Дальше пьешь пиво или вино. Тут по вкусу, ведь каждому свое. В общем, пьешь до 12 его за тачку. Никогда в жизни метро. Главное пройти мимо полосатых дядей. Идем нормально, сзади крик. Эй, какой-то парень пьян. А, это он не нам, меня ведь еще с собою план, братан. Люди в сером, значит взгляд на него бам. Видят все по глазам, Вася в хлам. Поведут, наверное, его в свой ресторан. Проскочили, спасибо тому синему кентили, которого вон уже под руки потащили. Или пошли, уже не видно, что там наверху. Мы внизу, поезд наш, едем дома в сторону. Ведь мутит завтра поутру.